Всем привет! Продолжаем нашу поэзию, и в этот раз хочется немного записать стих, немного, который я называю «Круговорот». В принципе, может быть, вы сразу все поймете, но я акцентировал эмоции, и все шло по кругу, пока не пришло к начальному исполнению. Поехали! Когда уходишь, принято прощаться. Прощаться надо, принято в глаза. Глаза увидят, принято влюбляться. Влюбился – это жизненный азарт. Азарт оправдан, ты из пешек в дамки, из дамок в пешки – жизненный облом. Ты обломался, не вылазь за рамки, а если вылез – явный перелом. Ты переломлен, замкнутая личность, в себе замкнулся, кто-то постучит. Стук в дверь – откроешь или безразличность, а безразличность попросту молчит. Молчание знаем – это золотое, но золотое не всегда нам в кайф. Нам в кайф отрывы, дело молодое, а наша молодость – это чистый драйв. Драйв навеки, чувствуешь усталость, устал бороться, не сдавай свой бой. Бой не проигран, подожди хоть малость, но ждать ведь знаешь – это геморрой. Ты с геморроем, лишь бы не с реальным, реальность надо, краски не сгущай. Найди поярче краски, будь нормальным, а ненормальным – ты скажи «прощай». И я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал.